покажу себя, покажу. Здесь живет одна большая семья. Только вместо мам педагоги, а вместо братьев и сестер такие же дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для большинства ребят, живущих в центре, это здание настоящий дом, но старый и небезопасный. Деревянное здание 1959 года постройки пережило два наводнения. Потолки трескаются, батареи проржавели. Еще 5 лет назад сотрудники центра получили заветный документ. В нем говорится, что администрация Ленского района готова передать реабилитационному центру каменное здание по адресу Первомайская, 5А. Новоселье наконец-то состоится. Ждем с нетерпением. Последний этап здесь будет в нынешнем году. Это благоустройство. То есть где-то будет уложен асфальт, где-то будет уложена плитка, где-то будут оставлены газоны. Будут посажены деревья дополнительно. У нас будет красиво, и мы вас на новоселье обязательно пригласим. На 2 жилых этажах нового реабилитационного центра расположатся 5 спален, 3 учебно-игровых комнаты, столовая, кухня, медкабинеты. На цокольном – хозблок, в том числе прачечная и гладильная. То есть внутренние работы отделочные полностью выполнены, за исключением некоторых нюансов, там недоделочки. Идут наружные виды работ, то есть перенос линии электропередач и благоустройство. Входит ограждение и благоустройство самой территории. На реконструкцию здания потрачено более 27 миллионов рублей. Мебель уже закупили и собрали. Остались лишь приятные хлопоты. В новое здание дети и педагоги переедут осенью этого года. Марина Крутихина, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край».